truth. Короче, и снова здравствуйте. Да. Я немного приболел, и поэтому думаю, почему бы не записать видео по какой-нибудь игре? Почему бы и нет? Сейчас же у меня свободное время появилось. Ну и вот сейчас я буду записывать ролик по Shadow Fight 2, притом Special Edition, специальное издание. Это не взломанная версия, а оригинальная, нормальная. Ну, и я расскажу о том, почему оно специальное издание, а не обычное. Прежде всего, здесь присутствуют кристаллы, ну, то есть их заработать можно очень просто. То есть вот, там, допустим, за дуэль дается 50 кристаллов. Вот на выживании 17 минимум, максимум 81, это довольно много. Но ко всему этому в этой игре специальное издание отсутствуют рейды. Вот здесь нет внизу этой кнопки, короче, рейдов. Нет зачарований, ну то есть на обычные вещи нельзя наложить какое-нибудь свойство. Ну вот. Допустим, если вот так открыть, то здесь будет кнопка зачаровать, а ее тут нету, просто отсутствуют свойства. Но зато можно за кристаллы такие вот купить премиум вещи, такие как вот этот пластинчатый меч, у которого уже есть свойство кровотечения. Вот. И вот еще вот за 136 кристаллов, допустим. Этот меч стоил, ну, 500. Ну и, соответственно, если кристаллы... Господи, короче, если зачарование... отсутствуют, то, соответственно, отсутствуют затмения. Потому что только на затмении можно было получить вот, такие зеленые монеты, красные, фиолетовые, на которые можно было улучшать, вот зачаровывать вот эти вот, короче, свойства. А тут затмения нету. Но все равно играть в специальное издание намного интереснее, как инди-игру, потому что здесь есть кристаллы. Ну и вот, в этом видео я буду отбирать эти оружие у демонов по цепочке. Вот, отшельник, ну, у рыси я уже отобрал, вот здесь. Отшельник, мясник, оса, вдова, сёгун. И я буду по цепочке все делать. То есть сейчас я беру когти рыси вместо пластинчатого меча, который одно из самых лучших орудий. Ну, самое крутое орудие, это, конечно, кусаригама. Моргенштерны, зачем мне они, не знаю. Ножи из Хофа. Господи, где я, когти рыси? Вот они, черт побери. Здесь похожее оружие на эти когти рыси, какие-нибудь серпы или и так далее, они пригодятся при битве с титаном. Отшельник принимает мой вызов. Сейчас буду с когтями рыси идти. Больше бой. Жопу, ебанусь. Все. Какая тут музыка, а? Главное, чтобы звук нормально записался в этом видео. Это будет хреново, если он вообще не запишется. Ах ты, паскуда, что ты делаешь? Вот. А чё он себе позволяет? Вообще... А вот и бомба подоспела. Странно. Блин, муха, что ж это такое? Поперди на него, пожалуйста, слава богу. Придется его пердолить так. Что тут поделать? Ну что ты будешь? Ха, защита. Ну что ты уничтожишь? Thank you.
капец, ну вообще. Странно, что бомба сработала. Да, вообще сейчас тоже сработала. Странно, что она срабатывает, потому что зачарование очень низкого уровня у меня сейчас. Ну, видимо, это тут не работает, потому что здесь индивидуальная сложность подбирается вне зависимости от прокачки. И он все пернул и улетел к чертям собачьим. Ну, что ему еще делать? А, ну еще вот, потому что затмения нет, здесь сразу можно отобрать оружие из боссов, от боссов этих, короче, оружие можно достать, без всякого затмения и без всяких телохранителей, то есть сразу. Но... Ну, что ты хочешь? Все. Могу даже погромче сделать. Что ты так лагаешь? Фу. Когти рыси. Теперь. Самый конец. Иду. Кстати, тут еще вот что в специальном издании. Всякие бонусные орудия. Типа вот это вот творец судеб какой-то. Трезубец. Такой с сердечками. Там еще был шлем-чайник с сердечками. Да. Такой был. Пиявки. Пиявками бить это лучше всего, конечно. Вот, мечи отшельника. У них ослабление. Ну, не дамажит, но это вызывает ослабление атаки на 75%. Проклятие называется, точнее. Теперь на мясника иду, там, на жирную свинью и так далее. Вот в том, что он жирный, он на меня не похож, а в том, что он свинья, прям очень. Чё они такие лютые в первом раунде, а? Ну что ты такой лютый? Вот проклятие на нём. На. Чё ты в бочке тыкаешь-то на это? Жратву хочешь достать? Хрен тебе сначала это. Убейся. Это я тебе не говорю, прежде всего, какого хрена я это... Я использовал это пердёжное зеленое облако, но я что-то не использовался, не знаю почему. Видимо, я не успел. И истратились на все. Вот эти мечи, они как сай, только длинные. Да пошел ты, сколько можно. Ты, сверхухи. Это он сверхухи. Я могу его из бластера, из звездных войн. Я Хан Соло. Угу. Сучара. Вот, поперди на него. Ох, красавчик. Вот это ослабление, то есть это... Ослабление так в ближнем бою вроде наполовину или кто-то на 75%. Не помню. Но это зачарование слабее. Это ослабление, чем проклятие. Опа, у него неистов тоже срабатывает. Если он меня сейчас шибанет, то это не сделаем так больно. А еще неистов стал. Что ты хочешь? О, еще и проклятие убавилось. Ой, я уже 20. Это все. Ну, не надо так делать. Голос крутит, извините. Откуда? Ужас. Все, умер. Просто вымер, как динозавр. Теперь что берем? Эти тесаки, которыми я рыбу режу каждый день. А такие хорошие. И иду на осу. За нагибатор. Нагибатор. Называется нагината, конечно, но я называю нагибатор.
А какая тут музыка? Что-то Питер вспоминается сразу. Кровотечение. Вот кровотечение и часовая бомба, мое любимое зачарование. А, Лошара. Все. Все, что ты сможешь сделать? Живот у меня заболел, понос видел. Все. Свалилось. Как ни хрен делать. Что это за удар был? Вот. Отравление, вот беда, алкоголь или еда. Все. Эл, поди давай. Что-то на самом деле. Все. Задохнулась. Нефиг делать. Да что это за удары? Это что было у меня там, короче, эта метка сработала. А у меня теперь поглощение. Это сигуна. Сигуна там. Бля, хамуха, что ты делаешь? Опа, шаткнет. Да пофиг. Да я тебя сейчас пристрелю. Паскуда, опаскуда. Вот что делает. Ага. Рэ уже. О, боже, меткость у нее. Меткость постоянно, это меткость срабатывает. Все, перди. О, хорош. Это еще что такое? Угу. Поглощение. Твою мать, да что ты будешь делать? Что она такая паскуда? А, понятно. Понос у нее. Я думаю, будет еще один раунд, но все. Вдова. Вера. Вот Вера, одна из моих любимых оружий. Орудий. Да бля, хмуха оружий, короче. Пофиг вообще. Не забываю поменять оружие на нагибатор осы. Где нагибатор осы? Вот он, нагибатор осы. Пердолим вдову. А у вдовы-то какая музыка хорошая. Какой-то метал там, не знаю. На, давай. Уделывайся, уделывайся. Меткость, а что ты хотела? В России живем. Так у нее есть снег, а у нас уже должен быть, но его нету. Да. Ничего ты не сбиваешь. Кроссовки понюхай. Кроссовки понюхай, говорю. Вот, все. Что-то ногами помахал, хотел с вертухи, а там ногами помахал. Идиот. Не, ну, я, конечно, все понимаю, но вдова, она какая-то пожилая. Чё ты флексик пытаешься? Всё. Попердели сыром. Ну нахрена ты тут делаешь? Не, ну что-то лютая стала. Ну, прям антонимы пожилая и лютая. Не. Ну все проткнулся. Еще и воску это. Прямо ты копье ей в рот засунул.
ненавижу тебя. Ах ты, вонючка. Лечишься еще, да? Еще лечишься. Давай, перди, давай, все. Умирай, пожалуйста. Умирай. Задолбал. Что ты там какие-то кристаллы суешь? Вот Сигун будет самый сложный. Сигун. Все, блин. Сигун. Сигун. Мне больше нравится. Ты чё? Куда уворачиваешься? Ах ты, паскуда! Чё ты так лечишься, сучара? Вообще охренела с ней. Вообще страх потеряла. На. Да как её убить, она достала вообще конкретно. Что? Что ты хочешь? Ага, меткость. Всё, капец, и купить. Купицу. Почему на себя напердел? Почему не на нее? Ох, какие вера. Сейчас буду Сигуна уделывать. Сигуна. Поэтому вера хренератом. Погнали и тому подобное. Сигун принимает. Сигун. А тут сейчас метал будет. Мне кажется, или меня уже не слышно из этой музыки. И вот на что прошу обратить внимание. Special Edition. Огонь вот здесь вот у Сёгуна, короче, фон светлее будет. Следовательно, удобнее намного сражение идет. Я могу подчищать здоровье этими мирами, да? Достал, у меня тоже защита, я не знаю. Да, у меня тоже защита. Ты лошок подзаборный. Что ты хотел? Думал, один такой. Нет, чувак. Да сколько можно? Да, долбить уже. Сколько можно, реально. Да задолбал. Дарт Вейдер тупой. Что ты за ублюдок? Угу. Да. Вот, нормально было? Нет. It's not normal, man. Умри! Пожалуйста. Вот со сплощом эти смотрите. Такой колбасик. Ну и это блюдо появился. Зачем он там нужен, я не знаю. Попердели сыром. Ах ты, спасибо. Почему он меня даже не придамажил? Ты, по-моему, и защита это не сработала, все равно, по-моему, я не придамажил. Когда ты уже умрешь, а? Когда ты сдохнешь? Ох ты. Какой у нас умный у тебя, а? Умри! Я тоже хотел через ворота, как я и хотел. Ну зачем ты их метаешь? Зачем? Зачем ты их мечешь? Придурочка. Боже. Чёрт. Дальше паскуда с этими своей глефы или с чем-то вообще, ну чем ты не говорил, генерал там, Гривус.
нужны дебаторы какие-то, нет. Метеорит. Зачем он мне нужен? Не знаю. Да, тут тоже ответ. Тут еще ответчики. Это кто? Боже. Что ты за... Что они делают? Что это? Ой, ублюдок. Товарищ, ты не едешь. Давай, давай. Угу. Поперди с сыром. Все. Минус пол хп уже ему. Тот хочет. О боже. Какой в жопу метеорит. Метеориты, знаешь, будет все это. Метеоризм у тебя. Не метеориты. Он пошел отсюда. Как можно? Все, сдох. Слава богу. На земле даже не видно. Катана Сёгана. Сигуна, Сигуна. Катана Сигуна, это всегда хорошо. Где она? Где Катана Сигуна? Ты куда ее дел? Что совсем? Вот. Катана Сигуна, Сигуна. И сейчас я продемонстрирую вам, как можно заработать кристаллы. Сейчас возьму самый офигительный пластичный меч. Это муравей. Ничего особенного. Шлем муравей. А тут музыка вообще какой-то тектоник вообще. Пофлексит, короче, нужно понимать. Давай. Тут мародер. Мародер. Разбили. Все. Куда ты убегаешь? Я хочу тебе сделать понос. Ты не хочешь? А, ну понос. Всё. Это не был понос, да ладно. Я другой имел в виду. Всё, убил. Это мне сейчас друг позвонил и все перебил. Нормально вообще, да? Нормально. Окей. Что ты хочешь делать? Ох ты, молодец. Знаете, ну, попержу, ладно, вообще. Почему бы, собственно, и нет? Пятый раунд, тоже с каким-то мудаком. Какая-то рыба, дичик. Что ты хочешь? Что, зачем ты это делаешь? Не надо. Пожалуйста. Прими успокоительного. Все, успокоительный. Опа, понос. Все, живот заболел. Упал. Диарея, вот беда, алкоголь или еда. Дэдпул какой-то. Что за Дэдпул? Ты не Дэдпул. Только кашлять им можешь. От пердежа. Опа. А он типа должен был меня убить, но у меня... Хрен сработает. Хорошо. Нет, не убивай, пожалуйста. О, спасибо. Это мой шанс был. Ювин.
Видите, 81 кристалл. С этой паскудой я сделал. Я еще не готов к встрече с Титаном. Ну вот и все. Я думаю, ролик уже подходит к концу. Вы тоже так думаете? Я тоже так думаю. Я бы хотел, конечно, еще позаписывать там что-то, но ладно, не буду. Потому что я не знаю, что мне еще записывать. Ладно, давайте, до свидания. Все, всем удачи.